Пришел заказ. Брелок с подсветкой на ошейник. Сейчас проверим, что он из себя представляет. Здесь мы напишем, я думаю, имя и телефончик. Наш телефончик. Так. Угу. В темноте будет мигать. Угу. Мигающий и постоянный свет. Довольно-таки симпатичный в виде косточки. По весу, думаю, для овчарки будет комфортно, не тяжеленький. Отключаем. Как бы прекрасно, недорого. Попробуем, как он будет. Ну, на всякий случай, я считаю, лучше повесить. Посмотрим, как здесь будет написано, как бы бумага будет ли прочная. Вот здесь уже, конечно, вопрос. Ну, по цене недорогой, можно будет, как говорится, на несколько времени хватит. А там можно будет и заменить. Спасибо, Шиншилка.